Очередной год близится к завершению. По-своему особенным он был для каждого, в том числе и для Десногорска. Атомград продолжает преображаться, подтверждая свой статус комфортного семейного города. Одно из доказательств перемен – курган славы. Масштабная реконструкция этого года делает мемориальный комплекс, пожалуй, самым значимым патриотическим проектом области. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Мы здесь отсыпали коллектив «Атомтранс», отсыпали замечательную, я считаю, замечательную горку. Ну и здесь штрихи первое освещение сделали. Немножко такой декоративный заборчик. Это, наверное, для детей будет радость, потому что у нас проблема. У нас в городе, но нету горки. Уникальное для города сооружение – большая и безопасная зимняя горка. Это прекрасная альтернатива стихийным зимним развлечениям прошлых лет, скоро будет радовать горожан. Конструкция возводится с применением современных материалов и будет соответствовать всем нормам безопасности. А при должном освещении это место станет по-настоящему культовым. Фонари, освещение кургана самого, прожектора и два прожектора мы будем менять с той стороны, более яркие. Вот, очень красиво. Михаил Лосенко, как инициатор и куратор проекта реконструкции кургана славы, с трепетом и теплотой относится к происходящим здесь изменениям. Например, скоро музейная зона мемориала примет экспонаты военных боевых машин. А благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом» и администрации Десногорска, завершение работ не за горами. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.